30 мая, суббота, 2020. Мы с Костей на хозяйстве занимались ремонтом автомобиля, что запечатлено на фотографиях. А, вот так даже, да? Да, и благоустраивали баню. Вот здесь скамеечка в предбаннике. И вот в бане у нас теперь такая вот скамеечка, которая очень даже неплохо сидится. Да, Кость? Ну-ка, сейчас давай. Ходовые испытания. О, да. Ну что, поддать парку? Да, сейчас. Все, давай сейчас кину. О, хорошо. Сейчас будем топить баню. Ребята придут с реки. Очень грязные. Грязные. Очень вонючие. Сырые, да. Тут-то мы их очень и обратно. Очень неприятные. Да. А тут бас. Такая вот баня. Сказка. Молодец, Костя. Да, ладно. Да. Еще у нас была беда с колесом. И мы ее тоже повадили. Да, чуть-чуть порешали. Вот. Левое колесо оставлю вам на излом. Вот, откручивали это колесо, снимали ступицу и собрали обратно все без подшипника. У нас его нет. Будем порешать, что делать дальше. Вот. Такая вот у нас нынче погода. Ни солнца, ни дождя.